Многие дети любят плавать в реке, на море или в бассейне, но не каждый ребенок сделает это занятие своим хобби и будет неустанно тренироваться, чтобы стать профессиональным спортсменом, либо просто потому, что плавание очень полезно. А вот участники ежегодных соревнований «Новая волна», которые состоялись в центре «Нептун», думают именно об этом. В состязаниях традиционно показывают свои возможности дети из спортивно-оздоровительных групп в возрасте от 7 до 17 лет. Все ребята должны продемонстрировать навыки, которым они научились за целый год постоянных тренировок в бассейне. Дистанции у нас для всех детей разные. Для самых маленьких детей у нас дистанция 25 метров представлена вольным стилем. Это значит, дети могут плыть любым из возможных, могут плыть на спине, могут плыть на груди, для кого как удобнее. Ребятам постарше предстояло преодолеть водную дистанцию уже длиннее – 50 метров. Важно еще и то, что испытания проходили на время, которое судьи фиксировали после каждого заплыва. По итогам соревнований по плаванию «Новая волна» как мальчиков, так и девочек разных возрастных групп, показавших самые высокие результаты, наградили медалями и грамотами. Ты сегодня какое место заняла? Первое. Угу. Как это у тебя так получилось? Не знаю, старалась. Скажи, пожалуйста, а почему, вот как ты думаешь, вообще важно заниматься плаванием? Чтобы не болели, закалялись. И действительно, заниматься плаванием хотя бы иногда необходимо любому человеку, как ребенку, так и взрослому. Этот вид спорта помогает не только укрепить здоровье, но и сохранить отличную физическую форму. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.